При весьма странных обстоятельствах в ДТП погиб один из жителей города. В ночь с субботы на воскресенье молодой человек и двое его пассажиров ехали в город из санатория «Озерный». На одном из поворотов водитель не справился с управлением и угодил в кювет. По данным сотрудников госавтоинспекции, водитель иномарки в какой-то момент просто выпал из салона автомобиля. Травмы, которые получил молодой человек, оказались смертельными. Двое его пассажиров доставлены в больницу. 7 апреля 2013 года, примерно в 3 часа утра, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, допустил опрокидывание и в момент опрокидывания выпал из автомобиля. В результате ДТП водитель автомобиля погиб, два его пассажира были травмированы.